Капитан Каранлык. Как стрела вылетает из лука, так полетел наш капитан. Не знаю, если бы эти полные ненависти глаза посмотрели на скалу, она развалилась бы. Впервые в жизни мне стало жаль террориста, за которым, не отрывая глаз, гнался капитан Каранлык. Я сказал себе, его смерть точно не будет легкой. Совсем не легкой. Хакан! Хакан! Хакан, куда бежит командир? Что он делает? Хакан, ответь! Я не знаю, командир. Он отдал мне оружие и побежал. Умай! Умай, ты меня слышишь? Умай, убей этого сукина сына! Капитан Каранлык приказал подождать, командир. Проклятие! Буран, Тимур, пули охранять командира! Живо, бегом, бегом, бегом! Умай! Умай, сколько их? Трое, командир. Двое отступили, третий пытается пройти вперед. Хорошо, ты убери двоих. Капитан возьмет третьего. Поняла, командир. Давай. Высунь свою проклятую башку. Вот так. Погнался за террористом. Умай, целься в винтовку! Благослови вас Бог! Благослови вас Бог! Он был моим братом! Он был моим братом! Моим братом! Моим братом! Командир! Он был моим братом! Командир! Мерзавец мертв.